женщины Нора сами просят мужчин на них жениться. Тех, кто кажется безобидным, всегда много проблем. Я послал гонца в жилу, нужно всем сообщить. Если тебе или племени что-то понадобится для ее похорон, ты только скажи. Это все еще успеется. Элло, рад тебя видеть. Я в растерянности. Обрести надежду... И снова ее потерять так жестоко. Слова теперь ни к чему. Эрза велела найти Дервала. Вроде он говорил что-то про небо в дыму. Расскажи, что ты нашла? Письмо. О том, что на местный склад отправили партию огнежара. Только адресат не Дервал, а некий Эйлунд-кузнец. Вам это ни о чем не говорит? Звучит знакомо. Да, домовладелец. Озерам скупают дома в городе, и среди купивших был и он. Сейчас вспомню. На краю плоскогорья, рядом с храмом. Там была лавка, но можно сделать и склад. Если под этим именем скрывался Дервал, он может быть там. Соберу бойцов. Я иду туда. Рен, стой. Твое племя ненавидит Дервала сильнее прочих. Кланы дали бы за него хорошую цену. Взять его живым? Чтобы ты за него поторговался, как на базаре? Мы должны всеми средствами поддерживать мир. Если появится возможность, возьми его живым. Считай это приказ. Элой, пару слов. Можно? Эрент не стал рассказывать подробности о гибели Эрзы, что вполне понятно. Но только дело в том, что я теперь не могу ни о чем другом думать. Ты была там. Она мучилась? Теперь не она мучается, а вы. Вы не успели с ней попрощаться. Это так очевидно? Ты права. Я думаю о своей боли, как и о ее. Есть лишь один способ унять эту боль. Разыщи Дервала и доставь сюда. Клянусь, он за все ответит. В детстве я представлял себе все это по-другому, но поддерживать безопасность в городе тоже хорошо. Нельзя больше медлить. Эрен ждет тебя у склада. Нельзя расслабляться. Если тут появится... Не хотите ли поучаствовать в одном весьма доходном предприятии? Вот склад. Ты здесь, Дервал? У нас для тебя сюрприз! Или у него для нас. Это бомба? Да, это какая-то бомба. Какая-то маленькая. Сделано и хватит, чтобы нас убить. Ладно, умолкаю. Если попытаться ее разобрать, она взорвется. Сколько тут огнежара? Если та бомба внизу взорвется, все будет, как он и обещал. Дым затмит солнце. А город утонет в пламени. Мы должны это предотвратить. Если от него как-нибудь избавиться,
Взрыв будет куда слабее. Похоже, деревянная скоба. Не очень прочная. Помоги вытолкнуть. Хорошо. Грубые силы это я могу. И что? Спасем город, надеюсь. Но как упадет, сразу беги. Потому что тут же сработает детонатор в бомбе. А мы выживем? Может и нет. Толкай. Получилось. Мы не дали Дервалу уничтожить Меридиан. Это не все. Он хотел заставить Авада смотреть. Ну нет. Дервалу не попасть во дворец. Он охраняется. Ты все же иди туда. А я осмотрюсь. Может, люди Дервала оставили какие-то следы? Ладно. Не бойся. Во дворце его сразу прикончат. Следы. И на них огнежар. Кто продаст мне свои услуги? Скорее! Тащите ведра! Будем передавать по цепочке! Что случилось? Не слыхал такого взрыва со дня Я освобождения. Я хочу обсудить с тобой один трепещущий вопрос. Да. Смотрите, там дым Хорошо. Поднимается. На нас напали? След ведет внутрь. Еще одно убежище Дервала? Видимо, здесь Дервал собрал детонатор. Он пробил тоннель в стене. Дервал все-таки пробрался во дворец. Смотри на себя. Жалкий последыш безумного короля. Ты отнял у меня право убить твоего отца. Ну, обойдусь тобой. Приятно посмотреть, как карха горят. Тем приятнее, что смотреть мы будем вместе. Прощайся с Меридианом, Ават. Вдохни запах гари и подавись пеплом. Что-то не так. Я ничего не слышал. Со стороны окраины задымило. Нет! Должна быть буря! Буря! А не какая там струйка дыма!
Кто это? А, та самая девка, что напала на мой лагерь. И обезвредила бомбу. А, вот как. Но это ничего не меняет. Я все равно ограблю трон кровью. Сперва твоей, а потом его. Чужак! Ты начинаешь меня бесить. Давай побыстрее. Мне еще надо убить бога солнца. Это еще не все, Нора. Любой мастер Азирам тебе скажет. Всегда нужен третий план. Эти кровожадные красавцы. Ты любишь с такими драться, потому что у меня их еще много. Зачем возиться самому, если можно позвать машину? Надеюсь, ты можешь с такими драться, потому что у меня их еще много. Я бы хотел, чтобы тебя прикончила Эрза. Но могу сделать это и сам. Давай. Я не боюсь. Хотя ты и тут напортачишь, как всегда. Я знаю, чего ты боишься. Что тебя отправят в источник в цепях. Все кланы в Жиле хотят твоей смерти.
и они знают, как тебя помучить. Столько будет желающих. В этом ты весь, убивать чужими руками. Заткнись! Твою судьбу решит король солнца. Элой, сказать, что я испытываю благодарность, значит ничего не сказать. Ты спасла мне жизнь. Ты спасла Меридиан. И благодаря тебе убийца будет наказан. Мы сможем оплакать Эрзу, зная всю горькую правду. Что бы с нами было, если бы не ты? Думать не хочу. Надеюсь, ты останешься в Меридиане. Зачем я вам нужна в Меридиане? Мне кажется, это очевидно. Мне нет. Ну, во-первых, благодаря твоим усилиям город не сгинул в пламени. Ты сильная, умная, ты способная. И мне очень нужна такая помощница. Задумайтесь на минутку, что вы только что мне сказали. Вы потеряли Эрзу, женщину, которая была вашей помощницей и, несомненно, тоже была сильна, умна и способна. Вы были к ней неравнодушны. И предлагаете мне занять ее место. Это предложение работы или руки и сердца? Ну и ну. У вас с Эрзой впрямь много общего. Она тоже терпеть не могла глупостей. Прошу. Прими мои извинения. Я опережаю события. Мне нужно время разобраться в своих чувствах. Я буду вечно тебе признателен. И со временем хотел бы узнать тебя получше. На то мы остановимся. А вы с Эрзой... Полагаю, теперь мои чувства к ней... И так понятно, правда? Она была не просто советником. Она была опорой. Мы не могли быть вместе. Отношения между Карха и Азирам в Меридиане и так напряженные. Союз Короля Солнца и Воительницы Азирам неизбежно вызвал бы бунт в городе. И, вероятно, войну с кланами. И кто-нибудь знал? Один человек. Дервал. Он безуспешно добивался ее. Жгучая ревность стала для него еще одним поводом к ненависти. А что теперь будет с Дервалом? Ну, пока пусть посидит в старой камере под кольцом солнца в Меридиане. А что с ним станет, когда его возвратят в Источник? Не хочу даже думать. Мой отец был весьма изобретателен по части истязаний. Но изобретения Азирам превосходят даже его задумки. Как жаль. Дервал очень умен. Он мог бы достичь таких высот, если бы не мой отец. Знаю, кто напал на Нора. Группа Карха Тьмы под названием Затмение. Они поднимают древние машины. И с ними нанесут удар по Меридиану. Вот как. Твои слова подтверждают то, что говорил мне Марат. Группа Карха Тени, и у них зараженные машины. Когда они собираются напасть? Пока не знаю. Что ж, мы подготовимся. Сообщай обо всем, что узнаешь. Меня
меня о помощи не просит. Элой, я тут думал об Эрзе. Она бы убила Дервала на месте. Точно. Потому она и отправилась к нему, чтоб прикончить. Но она велела мне взрослеть. Было тяжело такое услышать, но пытаюсь ей верить. А тот, кто взрослый, делает, что должно, а не что хочется. Так? Ты меня спрашиваешь? Ты явно постарше. Да, но веду себя как юнец. Ты поступил правильно. Еле себя заставил. И до сих пор хочу потихоньку свернуть ему шею. Ты этого не сделаешь. Ты хороший капитан. Ну, хватит. А то расплачусь. Как думаешь, что Азерам сделают с Дервалом? Сначала будут долго спорить между собой. Но знаю точно, казнь будет страшной. Меня устраивает. Может быть, даже я загляну к нему и напомню, что его ждет. Так, что теперь ждет Эренда, капитана Авангарда? Отправлюсь ненадолго в Жилу. Ну, повидаюсь со своим кланом. Похороним Эрзу, как положено. Как она бы хотела. А это значит, больше браги, без трепа. Что ж... Знаю, тебе пора. Искать убийц, покорять машины, дел не в проворот. Знаешь, когда мы встретились, я думал, повезло этой красотке, что познакомилась с такой важной шишкой, как я. Но это мне повезло, что ты уделила мне минутку. Только не забывай меня, когда будешь покорять мир. Для тебя всегда есть минутка. Может, даже две. Две? Ха! Я ей нравлюсь.